Друзья, видите, ручки, скрип такой. Вот, чтобы этого скрипа не было, есть такая смазка силиконовая. А есть еще баллончики распылители. Баллончик, конечно, удобнее. Он более распрыскивает. Но мы будем смазывать вот этим. И что я делаю? Сюда беру и смазываю. Все это дело стоится, растекается и получается у вас нормально потом без скрипа. Вот уже лучше. Она немножко постоит, размякнет и будет и ручка у вас не скрипеть. Так что обязательно покупайте такую смазку. Вот на тюбике показано специально для ручек, у кого скрипят. Смазывайте, ждите немножко, и на следующее утро у вас все будет эффективно, без скрипов. Ребята, ну вот я снял, короче, это самое. Не снял, а минут 10 прошло. Видите, уже мне этот результат устраивает по сравнению то, что было там. О, вообще легко теперь. И скрипа нету. А завтра с утра все это и так разойдется и будет еще лучше. Ну, отлично. Ну все, вот такой совет. Вот такая смазка. Ну, лучше, конечно, мне кажется, спрей баллончиковый. Он сразу моментально во все щели заливает. Но был вот такой взял. Видите, все, ничего не скрипит и нормально. Всем пока-пока.